Выстава молодых мастаков «Жнивинские сустречи» открылась у зале на советской работы. Цікавые своей разностайностью приехали в Брест намаганнями молодого мастака Петра Кузьмича. Про свежий подух брестского мастацкого осяродзя репортаж Марии Вячорка. Скульптуры, арт-объекты, живопис, абстракция – все это и не только собрали у Бресте жнивенские сустречи. Оригинальность работ и мастацкой думки кидается в очи одразу на уваходе у выставочную залу. Вот такие кветочки, как символ осени, якая наближается, але еще далеко, раздавали гостям выставы. Деликатный дотик у ее организации начинается вот этими кветочками и заканчивается вот этими работами. Молодая плеяда мастаков не стримливая себе. На белых помостах идея у чистым выгляде. Такая, якой она жила у сведомости творцы. Однако это для их не межа, разважают молодые мастаки. Смелости не хватает молодым художникам. Как ее приобрести? Идти на прорыв, вот, ломая ветки, ломая преграды, ломая стены. Вот, и рано или поздно успех придет. Собрать у одной зале работы молодых мастаков из усёй республики – идея Петра Кузьмича. Сам недавний выпускник Академии мастерства, он отзначает важность махчимости продемонстрировать свои работы широкой публице. Охотно отозвались художники на эту выставку из Минска. Молодцы. Да, активно. Больше 200 работ было представлено на экспозицию. Мы только вместили 130 работ. Сярод 54 мастаков из всей страны и представница далекого Полоцка Катерина Мяснякова. Мы живем каждый в своем городе, мы, по сути, все равно варимся в своей среде, в своем саду. И когда приезжают выставки, причем именно сборные выставки создаются, их очень тяжело делать, это действительно так. Но когда они создаются, то есть ты видишь свою работу рядом с работами других художников, и ты вот не то что ты понимаешь, куда тебе расти, да, ты видишь это отличие, и это прекрасно. Повиншовали берастейцев с новой цікавой выставы представники Брестского облвыканкама и Союза мастаков. С экспозицией можно будет ознакомиться до 1 вересня. Мария Вячорка, Юрий Плінда, «Обласні новини, Брест».